У нас сегодня на обзоре интернет-магазин Tikitex. Здесь вот такие вот у нас заказик такой. Ух ты, это, по-моему, Миланочки. Какой красивый. Руш, это тебе здесь. Сейчас я это все распакую и покажу, что мы заказали. Вот такая вот футболка, 46 размер. ХБшка, прям такого качества хорошее. Смотрите, как сделана Рюша. Я все ссылочки оставлю в описании к видео. И в закрепленном комментарии можно перейти и посмотреть ценники. И также выбрать себе что-нибудь подходящее. Кстати, у них размерная таблица идет с 44 по 50. Вообще классная футболка. Ну, посмотрите, какая красота. Далее вот такие колготы Данильчику. У Миланы есть, мы заказывали в Тикитексе колготы ей беленькие, хорошенькие. Здесь гольфики. Так, самое интересное. Смотрите, какая красота. Красота. Это, конечно же, на Миланочку. Ой, какая прелесть с рюшечками. Обязательно померим во влогах, вы это все увидите. Какая Миланка будет у нас красивая. Вот в этом бегать. Потом вот такой полукомбинезончик. Лодочка называется. Потому что вот тут здесь, видите, как сделано. Мы, кстати, брали в Тикитексе тоже вот эти вот лодочки. Очень удобные и красивые. Качество вообще обалденное. Вот, там также есть детская, так же, как и взрослый. Вот, набрала, увидела. Это, походу, у них там новинки, потому что не было. Дамиру. Вот такие вот тоже комбинезоны. Смотрите, с дракончиками. На клепочках все, с капюшончиком. На капюшончике, посмотрите, какая красота. Это Дамирчику. Потом вот такой тоже идет полукомбинезон на мальчика. Размер это у нас 74-й. Зад вот так сделан. Динозаврики. Да, динозаврики везде. Здесь тоже, и здесь. Посмотрите, какая красота. И вот такой Дино. Тоже, гляньте, какая красота. И с другой стороны, вот так вот все. Я думаю, прелесть. Вообще цвет красивый, но мальчикам мне нравится зеленый цвет. Такой. И Рушану заказала я вот такие тапочки. Посмотрите, какие у них есть классные тапки. Здесь такая вот вставочка. Красивая. Подошва такая. Ну и тапочки я сам туфли, себе. Туфли комнатные мужские. Тапочки я сам себе заказал. Тапочки я тебе заказала? Нет, я сам себе заказал. Почему? Ну нельзя заказывать тапочки. А, да ерунда. С чего это вдруг, Руш? Пошутил? Нет, ты что? Ну тебе напишут, узнаешь. Ну, я знаю, я тоже слышала, что мужу нельзя обувь покупать, типа уйдет. Для меня это все ерунда. Так что вот такие тапки на Рушана. Вот такая футболка. На мне 46 размер. Я ношу 46, это идет как оверсайз. Мне кажется, вообще классно. С лосинками. Замечательно. У них, по-моему, даже цвета есть разные. Белая, черная. Да-да-да. Зайдите, кому интересно, посмотрите. Прям оригинальная такая футболочка. Интересная. И вот такие вот тапочки. Они мягкие, легкие. Мужские, сидят, женские, кстати, есть тапки там. Плотно ноги, детские хорошо. Тапки. Вот я в предыдущем заказе показывала. Детские тапочки тоже интересные. А мы здесь уже такие в масках. Работаем в доме. Фу, на втором этаже бегаем туда-сюда. Так что работа идет, работа кипит. Наводим порядки. Так что вот такие дела. Но мы сейчас уже скоро поедем домой. Дети должны будут проснуться. Нам нужно в магазин еще заехать, там по мелочи купить. И домой ехать. Насколько скоро поедем? Через час примерно. Тогда нам еще полчаса здесь, потом надо машину разгрузить и загрузить. А, ты еще вот хочешь разгрузить и загрузить? А для чего тогда я загружал? А, ну да. Я думал, ты здесь можешь оставить этот.
Прицеп? Прицеп. Нет? Нет. Не оставишь? Ну ладно. Будем работать. Разбираем вот этот вот. Как это называется? Комод? Комод. Комод старинный. Аккуратненько. Я собрала вот эту вот дорожку, но поднять ее не могу. Она такая пыльная и тяжелая, она колом стоит. Она была вот здесь вот так вот во всю длину. Я ее вот собрала, кучку, но я ее не могу поднять. Капец, ее, наверное, надо с окна выбрасывать, потому что она очень пыльная. Сейчас, если ее Рушан возьмет, она всю эту пыль на себя высыпет. Что мы потихонечку здесь убираем. У нас все свернуло? Да, свернула его. Мы тут это ищем, нас попросили найти, ну если попадется. Статуэтку. Такая статуэточка, какой-то человечек, короче, для них она очень ценная, поэтому нам нужно. Рушан, давай газеты потом будем смотреть, пожалуйста. Ох, ты выбросаешь, она не открывается. О, смотри, может здесь будет сатуэточка. Смотри, гвоздики с, эти, со шляпками тебе могут пригодиться. Так, просмотри, нету сатуэточки. Они не сказали, какого, например, на размере должна быть? Маленькая. Маленькая? О, вот эти вот, эти вот такие тяжелые. Это подпильники. Вот это погодка у нас. Красивая. Честно, назад поворачиваться даже страшно. Даже показывать страшно. Но ничего. Не с таким справлялись. Это же для голубей. А? От голубей. Или это не наша? Наша. Или это где-то где Толика? Нет, это я делал. А давай лопата. А я ее могу поставить в этот, в бильярдную туда, на второй этаж? Да. Или вон там, под навес, да? Под навес. Ага. Ой, ребят, это просто ужас. Но так, конечно, будет лучше, знаете почему? Что мы сюда все выкидываем. Когда мы машину закажем, дается время определенное. А так, пока ты разгрузишь, вытащишь с этих всех комнатушек, с этих всех сараев, все это барахло. Пока ты это все попрыгаешь с этого второго этажа, ну это нереально. Это много времени очень займет, во-первых. Ой, а эта собачка как раз там живет. А мы думали, там домик для детей. Спорили еще, спорили. А, там таксы две бегают. А, у пилотика будут, значит, соседи. Будет здесь заигрывать. Вот это не наше, это сосед заберет. Сказал попозже, пока, говорит, некуда мне это ставить. Утеплиться, что ли, хочет из этого сделать. А вот это все мы будем машину нанимать и сразу же увозить. Мы хотели сперва сами, но это нереально. Это реально тут. У нас в Ленинградской, да, свалка ближайшая. Это уже с нашего дома.
А у нас ближайшая свалка в Ленинградской же, да? А? В Ленинградской ближайшая свалка. Да, но она не принимает, потому что. Не принимает? А баннер, если это их, значит, его можно выбрасывать? Нет, она просили оставить. А-а-а. Ну, хорошо. Теперь Рушан будет, вернее, уже грузит. Я просто книги таскала. Собрала вот этот пакет от Пятерочки. Книги. А он у меня на первом этаже как рухнул. Ну, порвался. Все, короче, слабый разлетелось. Пакет. Да, очень слабый. А тем более... Ну, тем более я немного нагрузила. А, короче, рухнул. Пришлось все собирать. Я собирала. Короче... Три пакета набрала маме книг. Читать, не перечитать. Да, мама же все оставила в Бишкеке, а у нее здесь нет. А сейчас одна книга же, вот я покупаю, 1000 рублей. Куда же на пенсию? На такую маленькую сейчас купишь книги. А мама так хочет ее распочитать, а нечего. Мама уже хотела идти в библиотеку записываться там у них. А потом, когда увидела здесь книги, говорит, о-о-о, книги. А вот бочки. Ого, Рушан, у нас сколько бочек. Немало так бочек. А я сейчас хочу пройтись, там мусор вот этот пособирать. Пакеты какие-то непонятные валяются. Там вот я смотрю. Банки. О, а здесь мусорка, не. Здесь надо все выгребать. Ладно. Просто брать эти грабли и все выгребать. А здесь такие кучи. О, гортензии здесь посадить вообще шикарно будет расти. Да, гортензии здесь добраться, угу. Самое то. И, да. И, кстати, не солнце. Ага, а ты грабли не привозил? Привозил. А где грабли? Вот они. Я хоть немножко в одну кучку соберу, немножко попробую. По крайней мере, попробую. Да, здесь... Не земля, а клад для гортензии. Кстати, у тебя получится здесь не солнечная сторона. Ага. Вот. Гореть она не будет. Если как раз таки само то будет. Для гортензии. И это как его, кстати. Здесь это голубику можно посадить. Че, солнца здесь нету? Ты говоришь, солнечная сторона. Я говорю, не солнечная сторона. Дом притенять будет. Это вот сосед срезал, когда они, а здесь дожди, когда были ледяные, она, говорит, аж на вот так наклонилась, и все боялись, что она рухнет либо на дом, либо куда-нибудь. И вот он сколько смог с лестницы, он поспиливал. Да, это все срезать надо, спиливать. И сам момент такой, что его-то не завалишь, это придется. Да, вот он поэтому и он срезал. По максимуму, чтобы ветки были полегче, чтобы она выпрямилась. Потому что она начала наклоняться из-за тяжелых веток, поскольку на них лед, дождь, снег, и вот она начала так наклоняться. Поэтому он все посрезал. Это или забор бы поломал? Да. Сейчас я кучку сделаю здесь. Ага. А тут что-то везде мусор. Сейчас сосед идет. Рушан все-таки решил листы занести, вот эти. Да, я их лучше потом. Да их внутри сарая можно ими обшить. Да, они такие неплохие. Много, ну да. Они, конечно, их уже повело, но я говорю, сарай можно ими обшить. Внутри будет симпатично, чистенько. О, здесь такой гараж, да? Да, это хороший. Яма, да, есть? Да, здесь. Не провалится, да, сейчас? Не, ремонтировать нужно машину. Ну, его штукатурить, да, надо? Сломалось. Ага, но его все равно, мне кажется, обштукатурить. Нет, его просто побелить и все. Так он... А, ну... Сюда штукатурка просто не ляжет. Ага. Блин, жалко, что низкий, да? Что-то ни прицеп не войдет, ни машина у нас не войдет. Да, вот это вот так снимать, чтобы машина не вошла. Угу.
Да уж. И здесь внизу тоже вон палка вся сгнила. Солярку не забудь. Кого не забудь? Солярку? Дядь Коля хочешь отдать? Нет, я сжигать не буду, мне полил и все. А дядь Коле не нужна солярка? А? Она не пойдет заправлять его триммер, вот это косить? Нет, это только трактора. А, ну ладно. Че, я тебе надо вот эти стулья тебе зря только их все накидала. Да? Я солянки дядь Коле тоже дам, потому что мне-то много не надо. Но. А ему для чего? Ну, тоже бывает, когда, допустим, что-нибудь поджигает, это все самое, раз, полил. Ага. Вчера с вами вытаскивали, да, сегодня затаскиваешь? Да, здесь просто... Здесь, по идее, можно сжечь. Сосед пришел, говорит, спокойно, говорит, ну, потихоньку, раз, просто, когда либо ветра нету, другие никто слова не скажет. Ну, я говорю, не хочу. У нас огород большой, там сожгем, пока время есть. Единственное, таскать вот это вот загрузил, в прицеп выгрузил. Ну, так вечер, да, наверное, ты выгрузишь? Ну, конечно, когда вот делать не будет, спокойно фонарик работать посмотрим. Ага. И будет сжечь. Пока свиньям готовится. Не свиньям, а свинье. Поросенку. Свинью, он сейчас скажет там. У вас что там, свиньи опять назаводили. Но здесь мы не будем, естественно, свиньи держать. Последний, да? О, слава богу. Все, давай, Руш, за этот. Что, много тебе там еще грузишь? Давай, стулья загрузим и поехали. Давай. Мне нужно сейчас, я еще быстренько переобуюсь. Вот я в маминых галошах. И это, в магазин нужно будет заехать. Это такая... Будем магазин, да. Мне нужен светофор и магнит. И погнали. А, дом надо еще закрыть. Все, мы уже поехали домой. Время у нас, надо ехать детей кормить. Надо сейчас еще в магазин заехать. Заедем в магазин, да, домой. Что, надо... Дальше, да, магниты никуда. Ну, тебе легче в большом, мне кажется, становиться. И это... И светофор ушел мне нужен. А, светофор, да, на несекунду надо купить. А, еще нужно на комбикормовый заехать. Какой красивый дом. Смотри, там какая-то... Ангина. А, ну да. Терраса какая закрытая там. И там еще одна, вторая есть. Закрытая. А сегодня же воскресенье. По-моему, нет. Чебра, вообще нет? А что ты вчера не купил? Вчера суббота была. Вчера вот их закрутились, было, вылетело, было. Это по тебе течет вода. Да. Ты где-то попал, да. Ну, либо снег тает в шапке. Сейчас погода. Даже сосед пришел, говорит, блин, ребят, у вас погода не повезло. Все холодно так, снег. У меня ноги, я их вообще не чувствую, ноги. Вот опять начнется сейчас. Только выздоровела, сейчас опять начнется. Ну, что поделаешь. Двое носков у меня было теплых. Галоши, стелька теплая. Все равно холодно, да. Как ни крути. Хоть двигалась, ходила, бегала туда-сюда, все равно холодно. Так что сейчас, да, не поделаем. Галоши маме купить, потому что я же ее забрала, галоши. Так, мы приехали в магнит. О, в этот. В магнит я уже съездила только что. Очень нужные, да. Угу. О, смотрите, какие-то коврики здесь новые все. Вот эти коврики мы покупали втридорога в этом, в Леруа Мерлен, а здесь можно подешевле взять. Так, бери здесь Нэнси корм, а я пойду галошики посмотрю. Вот галошики. Сейчас тут маме выберу. Вот такие вот можно взять. А, нет, тут пяточка, я думаю, маме будет неудобно с пяточкой. Или наоборот, будет потеплее с пяточкой. Или с пяточкой у нее есть, не помнишь? Нет, с пяточкой неудобно, ее вот такие где-то тебе. Да, ну тогда не как у меня, а как я у нее забрала. А вот есть бордовые, но они будут маленькие. Что-то я не посмотрела, тут размер какой. Потому что мама любит, которые побольше, чтобы она их это легко снимала и обувала. Кстати, они вот как раз. Можешь бордовый посмотреть. Кстати, хорошие. Да? Я все равно 305. Я бы гонял, были бы русские. Потому что, блин... Не
размер, да, больше? Ну да, мне бы хотя бы на размер больше вот этого. Вот этого. Ага. Найди, пожалуйста. Если не найдем, то этим возьмем, что поделаешь. Жалко, здесь коробки не продаются для переезда, да? Мы посмотрели в этом Валберисе, капец, там сейчас по 200 рублей. Почему ты там коробки смотрел в Валберисе? По 200? А 200 рублей или еще? У мамы уже убитые просто галоши. Я маме сегодня говорю, мам, говорю, дайте мне свои галоши, я их добью уже там в ремонте. Ну-ка, давай, это какой размер? Ну, давай, да такой же, найди мне, да нормально они должны быть. Я говорю, я вам новые куплю. Не, маленькие видно. Вот такие самые маленькие. Соседи утки гуляют. И на лавке сидят, и на заборе. У нас индюки гуляют. Ой, утёрли. Да-да-да. Сгалделись. Ну чё жалуетесь? На что жалуетесь? А у соседей вообще прикольно, утки сидят на лавке, сейчас я покажу приближе. Вот, какие-то на лавке сидят, а какие-то на заборе сидят. Ага. Давайте, до дома, до хаты. Пойдемте. Руш, зови их давай. Давайте, давайте, давайте. Быстро. Так, сегодня все на месте? Сегодня никто никуда не убежал. Ага. Давай, все, беги, Рушан, это тут их раздетый. Куда бежать? Куда-нибудь, в тепло. Куда бежать-то? Так, пилотик, уходи. Пилот, уходи. Тихо. Мама услышала, заплакала, к маме хочет моя бусинка. Сыночка, я тебя не могу обнять. Мама такая грязная, пойдем сейчас руки мыть. Качелек, качелек. Кроватка ходунов. Сына, привет. Давид. Мама пришла. Ой, мама пришла. Сейчас мама переоденется и целоваться будет. Пальчики в первую очередь убираем. Давай. Мама оденется. Давай, ты помогай маме. Вот так вот на коне, а если не ты же должна маме помогать. Давай я тебя ровненько посажу, мне не нравится, как ты сидишь. Вот так вот ровненько. Все. И мы будем сейчас маме кушать. Мама еще даже себя в зеркало не видела, прибежала. Так. Ну. Так, Милана, пальчики убираем. Пальчики давай убираем. Пробуем. У нас кашка с индейкой. А у нас кашка с говядиной и овощами. Ну, кушаем, пробуем. Вкусно? Вкусненько? Что-то я вам много приготовила, да? Что-то мама перестаралась. Мама, наверное, вам приготовила так, как сама хочет есть. Столько, сколько сама бы съела. Вкусно? Давид, пожалуйста, ты мне сегодня и так утром кашу малую готовила. И Дамир мне тут всю кашу перевернул. Залез рукой. Кашу. Давай, Миланочка будет кушать. Давай, ротик открываем. Вот так, молодец. Умница. Папа у нас приехал. Пилотик, пожалуйста, перестань. А? Ой, какая каша. Мама густую не стала делать. Дамирка. Гав-гав?
Да, пилотик, да? Папа приехал, пилот шумит у нас. Давай. Ой, какая кашка. Дети будут открывать его тоже. Молодцы. Да, папа там приехал, сыночка, папа. Папа приехал. Сейчас папа будет разгружать. Ой, кушать. На здоровье. Вкусно же так? Вот так. Давай. Давай. Ой, так. Да, ням-ням, да. Ты только, главное, не переворачивай. Ладно, как сегодня? А ты вообще не приехал. Пилот. Давай. На месте. Нет, 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 доча. Кашка жидкая, она растечется вся. Давай. Да. Мама кашку вкусную приготовила за 2 минуты. Давай, держи. Или ты устала меня ждать? Мама медленно кормит. Я не могу ее левой рукой кормить. Опачки. Да, баба поехала домой, да? Бабуля домой уехала. Давай. Давай. Пожалуйста, Дамирчик, не надо лезть. Кашку. В тарелочку не надо лезть. Давай, моя еда. Ой, как вкусная, какая кашка. Давай. Да, с мясом. Ням-ням, да, вообще ням-ням. Да, ням-ням. Ой, вкусная кашка. Давай. Вкусненько, ням-ням. Да, да, да. Милана, ты что уже выдуваешь? Ты уже все наела, что ли, дочь? И насвинячили немного. Ой, вкусная кашка. Давай, сыночка. Пилоточка, у тебя есть что кушать? Зайчик. Да, 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 да. У пилотика есть, да, что кушать? Ты сперва проглоти, а потом разговаривай. Молодец, давай. Дамирчик. И Миланочка, открывай ротик. Опа. Все. Давай. Опачки. Где мой? Сыночка, пожалуйста, не надо. Дамирчик, давай, ручками не надо. Вот так. Ой, да. Ой, ежик, ежик, ежик наш упал. Держи. Дамирка, не забери. Дамир, не забирай. О, какая, да? Та-та-та-та-та. Это она так ругается. Да. Ой, ой. Ой-ой. Ежик, да. Смотри, Дамирчик. Смотри, тут кто есть. Смотри. Ну-ка, на. Доча, что тебя не устраивает? Что такое? Что тебе? Зубки беспокоят, да? Зубки беспокоят. Да, полный рот зубов. Ну, в плане. В плане лезу, да, полный рот. Давай, с тобой пусть на воду перейдешь. Да. Ай, так не видно. Да? Нету зубок, скажи, нету. 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 Нету пока зубов. Сейчас будут скоро, скажи, да? Давай, разыгрывай быстрее и пойдем это кушать. Я, наверное, пойду с ней побегаю немножко, а потом это... Она бегает. Ага, ну побегай немножко. Дамир, видишь, он такой... Пойдем, доча, пойдем, мама с тобой. Пойдем. Сейчас смотрите на нее, другая реакция, смотрите. Все, скажи. То, что хотела, то получила. Да, разворачивайся. Побежали?
Счастье полные штаны. Побежали. Мы знаем, что нам ребенка надо. Я все понимаю, только объясни, почему ты в разных носках. Так модно сейчас. Да. Это мода. Это стиль хай-так? Да, мы просто от моды не отстаем, да? Да. Побежали. Это ничего вы не шарите, да? Да. Понятно. Сейчас я второй стоят гулять хочу, да? Ой! Ой! Да, доченька. На улице дождь со снегом. Все, я детей покормила, поиграла, видео смонтировала, поменяла, помыла, все сделала, спать уложила даже. Рушан пока разгружал свой прицеп. Я не знаю, снимал, нет, показал он, нет. И сейчас смотрите на втором канале. Рушан там тоже снимает. Наконец-то, а то мне было, если честно, одной очень сложно, но мне было, можно сказать, все. Я и снимала, и монтировала, как говорится, деньги зарабатывала. И мне было очень сложно. Вот. Но сейчас я Рушана попросила, говорю, давай тоже помогай, ну, снимай. Вот. Потому что нам сейчас, как говорится, новый дом, новые затраты, нам нужны будут деньги. Может, кто-то рекламу будет заказывать. У кого что есть прорекламировать, заказывать у нас рекламу. Потому что у нас сейчас очень туго там и газовый счетчик менять, и водяной тоже, да? Что там еще менять? Все менять. Котел покупать. Короче, у нас сейчас будет... Ой-ой-ой. Только не говоришь, что ты дядь Вове сказал, что мы приезжаем? Сказал. Да ты че? Нормально все? Я думаю, вот нормально. Он все прекрасно понимает. Ага. Объяснил, куда он говорит. Новый год нас не забывайте, говорит, обязательно приезжайте. Ага, обязательно будем приезжать. Коля такой говорит вчера. Диана, ты че уезжаешь? А кто меня подстригать-то будет? Я говорю, мы приезжать будем. Мы же будем все равно сюда ездить. У нас мама здесь, Кристина здесь, Ваня здесь, Ванины родители. Вот так что надо. Мы будем всегда, конечно, мы сюда, мне кажется, чуть ли не каждый день будем ездить. Все нормально. Мы будем помогать всем тоже так же. Где-то что-то. Как мы теперь? Мы одна большая команда, семья. Вот такая вот погодка. Это не летный. Мне этот провод не нравится. А он чё? Это звонок. А. Так, угу. Что-то дом открывать? Да, открывай. Я буду с дома выносить мусор, ходить. И там, может, на втором этаже что-нибудь. А ты это... А ты грузи, что тебе здесь надо. Ну, я думаю, вот эти тряпки не надо грузить, ты их не сожжёшь. Да, дерево только грузи. О, сколько всего. Я буду потихонечку в доме все. Это не мои перчатки, буду выносить сюда, что смогу. Потому что осталось там, по-моему, на втором этаже, да, только такое. На первом этаже тяжелое, там как кресла всякие. Да, там тряпки на втором этаже. На втором этаже тряпки, да, выкидывать. А, их надо в этот же. Внести? Нет, да. Тряпки я сейчас не буду трогать, потому что я маску не взяла. Да. Я такое сейчас по мелочи. Ты там особо ничего не сделал. Ты с фонариком будешь ходить. Одной рукой фонариком, вот. Там темень, да, страшно так. Ну, сейчас Давай мне не пугай. Все равно пойду. Голову не морочь, да. А, что я туплю, Рушан? Я же могу вот с этой комнатки выкидывать. Ну да. Все туда. Конечно. Здесь нормально. Светло. Ну так, чуть-чуть светло. Ну, в принципе, светло. Ну, вам не видно, мне это будет видно. А эта дверка не открывается, что ли? Или она чуть... В смысле не открою? Короче, вообще темень. Темно, да? Угу. Там страшно чуть не ступить. Так, а это можно туда, где летняя кухня, под навесик, да, вот этот составлять? Вот это перетаскивать. Да, но я вообще думал, это туда, где куры будут. Вот это перенести? Да, все туда. А зачем? На вежи есть летний домик. Ну, либо туда под навесик. Пока. Пока. Ага. Хорошо. Все, у нас уже стемнело. Мы хорошо поработали, мы все бочки перетаскали. Поперетаскали банки, которые были в бочках. Прицеп загрузили, замерзли. У нас идет снег с дождем. С тобой дерем, если с Машиной договоримся, что сюда, по крайней мере, газель зайдет. Угу. И можно будет что-то грузить. Да. Все, ну. Все, закрываемся. Да, закрывайся. И мы домой. У нас здесь, видите, освещение. Улица освещается очень хорошо здесь. И вон там.
холодно. Я хоть в перчатках работала, но я рук не чувствую. Но ноги у меня сейчас, по крайней мере, в тепле. Потому что я одела вязаные такие чуньки на ноги. Как мама посоветовала, говорит, чуньки одень. Такие, как на соль, эти тапочки такие вязаные. И, конечно, потеплее стало. О, ну у меня лицо прям все замерзшее. Холодно. Шан закрывается. Звонок не работает, мы с Кристиной уже проверяли, когда мы в доме были с Ваней, а мы тут звонили с Кристиной. Загрузили хлам, везем домой хлам. Ну, по крайней мере, у нас там есть, у нас огород огромный там. Ну, и есть где сжечь это, и можно там, ну, безопасно, по крайней мере. А здесь дома близко очень друг к другу. Ну, и здесь это очень опасно, поэтому мы рисковать не хотим. Поэтому приходит, придется там жить. Ну все, завтра у нас поездка в Краснодар. Не знаю, что, как мы успеем, не успеем завтра. Посмотрим. Навряд ли. Я тоже так думаю, что навряд ли. Ладно, руки замерзают прям. А что вы здесь делаете? Катаетесь? Сами? Вам нравится? Ой! Доча, а тебе нравится? Очень нравится. Что-то Дамир буксовать назад не хочет. Назад не хочет, да. О боже. Они визжат, пилот лает. Скажи, даже маму мы тут не заметили, да? Би-би-би-би-би. Би-би-би-би. Поехали. Тебе нравится? Би-би-би-би. Милана! Ой! Пилотик! Пилот, ты чего на меня подпрыгаешь? Сейчас, сейчас, Дамирчик, подожди. Пойдем, Миланочка, хватит. Ну, Дамирчик, видишь, уже не может. Ой, а ей-то нравится? А ей нравится. А Дамир? Дамир, а Дамиру не нравится. Дамир! Во-первых, она руль у него забирает, видишь? Да. Рын-рын, рын-рын. Бух. Приехали. Куда приехали? Доченька, куда? Да, би-би-би. Ой, давай. Би-би-би-би-би-би. Разворачивайтесь. Езжайте туда. Давайте, поехали, езжайте. Поехали. Обхохочешься. Пилотик, пожалуйста. Слушайте, сколько носочек у нас. Гуляет, да? Мама, устали? Сейчас Рушан переоденется, снимет, он прям весь мокрый, прям грязные такие. И он вас отвезет. Ой! Я, все, она психует, она кусает его. А, он руку ставит, а она прям кусает. Дочь, тебе еще кусать нечем, у тебя там только десенки. Все, вырвался, да? Вырвался, теперь сам. Бегом? Сваливаешь? Убежал? Все? Устала. Миланочка, ты устала? Она больше психует, что Дамир руку ставит, а ей неудобно, ей это не нравится. Все, сейчас мама переоденется, ручки помоет и будем играть с вами, да? Дамир, туда не надо? Да, там не надо, там холодно. И грязно. Все, шапку снял, молодец. Никак не хотят, а я боюсь. Ну, он мне один раз вылетел с этих ходунков. Да, я боюсь. Да, нет. На кухню. Еще вот он поворачивается и еще быстрее. Ну-ка, давай назад. Так. Мама, как у вас тепло дома, а? Как хорошо дома, как там холодно. Вообще... А как в том доме холодно? Да, мир! Давайте, мама башню построит. Так, смотрите, из кубика башню мама построила. Ну-ка, Милан, давай. Бу-бух. Ой, молодец. Теперь давай, Дамир будет бу-бух башню делать, да? Дамир, пальчики убираем. А, Милана. Дамир, ты пока спишь, Милана уже все сделала. Молодец, доченька. Шустренькая будешь. Давай, Дамир. Ой, молодец, молодец. Ну-ка, давайте мне сюда кубики. Давайте кубики.
Давай, мама будет башню строить. Ну-ка. Давайте. Так. Ставь, Миланочка, сюда. Ставь. Вот так. Ой, бубу. Нравится им, когда башню строят. Даже начинают капризничать. Я говорю, а ну-ка давайте башню строить. И они начинают ее рушить. И им нравится. Да. Вот так. Да, сыночка. Ну-ка. Ну-ка. Кто? Ой, молодцы, вместе. Вместе, дружненько разрушили ваши. Опачки. Ой, молодцы. Давайте. Смотрите, а где ежик? Ежик. О, киса, мяу. Мяу. Киса. Ага. Дамир, мы пальцы не сосем. Мы сели играть. Дамир, мы сели играть, а не пальцы сосать. Дамир, папа ругать будет. Дамир. Смотри, давай башню, на. Строй башню. Помогай маме башню строить. Давай башню будем строить. Давай, ну-ка. Ой, бу-бу-бу-бу-бу-бух. Ну-ка. Ой, бу-бу-бу-бух. Молодцы. Ну-ка, давай. Башню строим, строим, строим. Бу-бух. Да что ж такое, а? Так, ну-ка, давай, давай. Дамир, что такое? Вот так. Давай, давай. Вот так. Ой, молодец. Давай, нет, нет, нельзя. Вот так, молодец, Дамирчик. Ну-ка, Миланочка, помогай. Вот так, Дамир. Злится мама, пальцы забирает, а он злится. Ай, ну-ка, 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 давай. Ну-ка, а давайте посмотрим, а где здесь у нас Белочка? А где Белочка у нас? Белочка. Мы будем ужинать. У нас томатный наш домашний сок. Это от мамочки Орумо. Мама наготовила нам сегодня, привезла Орумо, салатик. Так что всем приятного аппетита, кто ест. Мы будем есть. Детей только что накормили, напоили. Можно сказать, спать уложили. Но спать не укладывали, они играются. И мы теперь будем кушать. Так что приятного аппетита. Приятного аппетита. Ты побежишь или нет? Или еще не сможешь? Да, мир может. Ты еще, наверное, нет, солнышко. Ох, ого, Рушан, глянь, что творит. Ой, ё-моё, ударилась. Ой, а ничего страшного. Все, смотри, что здесь такое. Ползи, ползи, молодец. Так, кстати, сильно ударилась. Прям уже мне больно стало. Ничего, выдержал. Дамирчик, а пойдем сюда, Дамир? Рушан, побег в прихожую. Ой, я видела видео одно. Там девочка маленькая бежала, подскользнулась, упала и затылком ударилась об вот такую толстую железную трубу. Боже мой. Какой там звон был, мне аж больно стало. И она такая только плакать. И папа это так приподнёт, говорит, ой! И давай смеяться, короче. И она засмеялась и встала, как ни в чем не бывало. Вот так вот, чтобы не испугать ребенка. Да, Мир, не ковыряет все. Она уже как смело стоит. Сейчас она просто... Я думала, сейчас встанет и пойдет. Не, пока поползет только. Доча, туда-сюда. Будь здоров.
Миланочка, видишь, кого ты по 10 раз чихаешь? В папу. А ты че сюда собрался? Нет, скажи, не пойдет. Скажи, какой пока. Нет, не пока. Не пока. Падает, что после. Опа, опа, Дамир, держись. Да, у тебя получится, сынок. Да, получится, да, молодец. Получится у тебя, сын наш. Давай. Смотри, что он тебя творит. Оба. Ах. Ничего, давай. Вот так, да. Какой ты молодец, прям герой. Найди коричневая собака. Сколько свиней, да? Теперь Милана в кадре. Теперь скажи, я покажу. Класс. Вот так. Вокруг меня, а пост. Я думал, так комодом ползет. Нет, вокруг меня и на веранду. На террасу. Ой, какую террасу? Еще лучше, да? Моя копочка. Ой! Дамир, носок, откуда он взял носок? Оттуда достал. Смотри, что делает. Он взял, выбросил за кровать. Дамир, дай маме. Маме дай, сыночек, дай маме. Дай маме. Носочек дай маме. Нет. Носочек дай. Носочек маме дай. Ой, спасибо, молодец. Молодец, Дамирчик. Ага. Ты что делаешь? Ты что здесь делаешь? Ой-ой, сейчас пальчики прищемишь. Дамир. Ну-ка, все, закрывай. Дамир. Опачки. Все. Все, отходи. Не надо. Нельзя. Все. Отпусти. Все. Все, нельзя. Она только отвернулась, он опять уже в комоде. Закрой. Да. Вот, держи свою качель. О, коляску держи. Все, катайся. Нет. Все, мама держит. Все. Опачки.